Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay. Мы не Кирилл Питбуль. Итак, друзья, в этой серии такая будет необычная серия, короче. Сейчас я вам все объясню. Короче, я решил обозреть работы все. Ну, все подработки именно, не работы, а подработки все решил обозреть. И сегодня мы будем смотреть работу грузчика, но в Арзамасе. В Арзамасе еще не работал. Мне кажется, там может быть легче даже работать, в принципе. И еще раз большое спасибо вам за 1500 подписчиков. Я вас очень люблю, вы красавчики. Давайте постараемся набрать до куда? Блин, что-то лагает жестко. Ну так, короче, давайте постараемся набрать 2000 подписчиков до следующего Нового года. Знаю, это много времени, но я хочу побыстрее набрать 2000 подписчиков уже. Кстати, он на Porsche еще один стоит. Так, погнали. Сегодня наконец-то прокатимся на нашем Porsche. Кстати, на Бимере уже 4000 пробег, так что можно меня поздравить. 4000 все-таки большой пробег. Что-то, Кирилл, ты где у нас строй? Так, сейчас зарплату выдают, так что мне надо подъехать, зарплату получить, а потом поедем на работу грузчика. Посмотрим, что там у нас есть. Сейчас зарплату заберем. Зарплату заберем только. По бырику. Надеюсь, по бырику. Я не знаю, я еще зарплату не получал, кстати. Вчера выдавали, но я вышел, мне нужно было выйти с игры. Поэтому я не получил ЗП. Так, кстати, едь. Так, припаркуемся. Побежали в строй. На строй, короче. Не знаю, что сейчас будут говорить. Джексон ко мне подошел. Ранг Б, второй ранг у меня. Второй у меня ранг. Спасибо. Так, второй ранг, получили зарплату 10000, в принципе, это нормально. Так, ладно. Я... Извините, мне нужно ехать. Я серию. Так, погнали. Адам Рос, привет, привет всем. Так, Лок один. Максим Ершов. Так. Вот, Максим Ершов. Поздороваемся с ним. Так, Хи 130. Поздороваемся тоже со Станиславом. И все, можем, в принципе, ехать. Я думаю. Ой, блин, дверь сломали. Ладно, ничего страшного, в принципе. Так, Мерседес. Так, открыли шлагбаум. Закрываем шлагбаум. Погнали. Жетон 6 годен. Так, дядь, я годен. Погнали на заправку. Блин, дверь расхерячили. Ну, ладно, ничего страшного, в принципе. Это не критично. Получили зарплату, в принципе. Ну, жизнь ОПГ, ну, в каждом видео мешается. Меня это радует, в принципе. Давайте тоже вступайте к нам в ОПГ. Солнце. Так, у меня сейчас до сих пор второй ранг, чуваки. Я бы мог подняться, если меня смотрит главный, то этот главный меня смотрит, то можете мне третий ранг выдать, потому что я завтра надо скрины делать, скидывать куда-то, но я, мне это лень, у меня времени просто еще нету это делать, скринить. Вы сами можете посмотреть по сериям, что я ворую патроны, несу их на базу, в принципе, ну, повысьте мне до третьего. Я вообще жду четвертый ранг, чтобы получить хочу, потому что можно будет связывать и как его делать.
ограбление делать, короче, можно будет. Вот такие вот дела. Джексон, ТРП нужны. Кирилл, давай встретимся, поговорим. Давай позже. У меня серия. Давай позже, у меня серия, чувак. Посмотри на парковке в связи с походом на поляну. РП ситуация. Извиняйте, чуваки, но я не смогу поехать. Я, в принципе, снимаю серию. Ну, может быть, успею, в принципе, потом. Не будь, Дима, не игнорь. РБ. Тони Хоп. Поход лучше через 15 минут. Плиз. Давайте лучше через 15 минут, блин, я хоть эту серию досниму и сниму потом поход на военку. Я вот, пацаны, давайте побольше пишите, короче, если вы хотите на парковке офиса. Ладно, Тони у нас не хочет меня слушать. Ну ладно, погнали. Я не знаю, тут есть две работы, по-моему, грузчика слева и справа. Ну, сейчас посмотрим, где она находится, в принципе, по сути. На парковке, повторяя. Ёбаный воробей. Чё это было? Чё за... Что это было? Что это было, ёптель? РВС машин, ёптель. Надо поршни потерять. Лок один. Садимся в Порш. С миниганом, чувак. 285-й. 285-й. Жалоба. 285-й читер ездит с миниганом. Проверь. 285 читер ездит с миниганом, проверьте. Блин, это, конечно, жестоко. Увидели читер? Бешеный просто читер был. Я в шоке. 285, по-моему, меня стрелял. Я в шоке был, конечно. 285 это ж... Видели только что с миниганом ездил? Играл на по всех. Найс, помог. Так, бежим, короче, на работу грузчика. Читер, конечно, полный был. А он меня игнорит, крутяк. Найс, помог. Джексон. Строй ровный сделали. Напишу. РБ, капец. Капец. Меня читер с мини-гана расстрелял. Расстрелял меня читер. Я в шоке просто. Слабо, что скутер есть, кстати. Так, работа грузчика вот у нас где, да? Лол. Так, 100 рублей платят. Давайте скриншотик сделаем. Вот такой скриншотик. Я не знаю, может, на превьюху поставлю, может, нет. Работу грузчика давайте посмотрим. Мне кажется, здесь полегче будет, может быть. А нихера. А не, нихера. Так, где еще ящики брать? Так, а вот. Так, надо Джексон круто игнорить. Так, погнали. Отнесем ящичек. Блин, я думал, будет полегче работа, конечно. Я в шоке был, реально. Читер, конечно, жесткий попался с миниганом. Это было что-то с чем-то, чуваки. Реально, увидели, как он меня РП в день кидал? У Димы проси, я ему по две РП в день кидал. Так.
Продам дом в Гориле. Не, это, конечно, было жестко, блин, реально. Я до сих пор дойти не могу. Я еду, такое ощущение, что какой-то барьер попал, резко машина так сломалась. А тут механик с миниганом, ёбаный в рот. Это было жестко. Увидели с окна, тупо с миниганом херачил. Это было жестко. Это было просто жестко, реально. Я в шоке. Я просто в шоке. Конкретно. Конкретно я в шоке. Просто конкретно я в шоке. Читер тупо напал на меня. Нападение читера. Так и назову видос. По-любому. Так видос и назову. Сейчас напишем. Напишу. Подождите меня. Я еду из Больки. Так, сейчас напишем, чем мы типа едем. Не, это было жестко, блин, а я охренел прям. Читер, конечно, жесткий попался. Я и так буду снимать. Так, я и так буду снимать, если что. Так, погнали. Погнали за. Ясно, короче. Шнырь. Так, погнали, последний этот отнесем, посмотрим, сколько нам заплатят, в принципе, по сути, да? Читера так и не забанили, я отправил жалобу, блин. Печалька, чё у нас такие админы неверующие. Может, я, конечно, ID не посмотрел, может, у него 284 было, а не 285. Хрен его знает, короче, куплю любой бизнес, бюджет 50 миллионов. Блин, откуда такие бабки, реально? Ладно, мне там, я заработал там около 23 миллионов, и 18 миллионов мне еще подарили, это уже получается миллионов 40. Но как они это делают? Им же никто ничего не дарит, хотя, кто его знает. Хотя я за 2 месяца поднялся просто жестко. Давайте скутер. Всего лишь 1000 получил, вы серьезно? Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Заходите на сервер. И ждите новых серий. Всем пока.